А знаете ли вы, что существует очень простой способ определить чистоту воды в реке или пруду? 1-1-1. Мы находимся в центре природы и окружающей среды города Пушкино. И сегодня мы с ребятами отправимся в Александровский парк ловить животных. Понятное дело, ловить мы будем не уток и не рыбу, ловить мы будем беспозвоночных. Например, пиявок, паденок, ручейков и прочих. Ведь науке давным-давно известно, что некоторые виды беспозвоночных обитают в чистой воде, а другие в загрязненной. Так вот, если мы сегодня наловим много паденок и ручейников, то пруд чистый, а если много комариных личинок, то загрязненный. Вот Галина Ивановна, руководитель центра. Сегодня она пойдет с нами и покажет, как правильно ловить этих жучков и букашек. В наших прудах, в которых мы иногда вообще-то и купаемся. Но потом подумали и решили, что все-таки знать надо. Ложкой вылавливаем того, кто тут быстро двигается, кого мы можем поймать. А вот, например, вот тут у нас целых три животных. Я думаю, что, скорее всего, и больше. Трое. Тут он паденка. Вот еще одна паденка. Вот водный ослик. Прости, черкообразный. Вот тут циклоп прыгает. Видите? Вот там вот маленький такой червячок беленький. Это мотыль, малая белая хиронамида. А, скорее всего, тут есть. Да, я их не вижу. А вот это быстро вот очень. Быстрые вот эти? Вот это? Нет, не вот это, а вот это вот, которая вот так вот. Фью, вот эта большая такая. Ты забыл уже, как она называет? Паденка. А, паденка. У нас есть табличка. В табличке мы определяем, вот у нас здесь нарисован, ставим галочку, мы его посмотрели, нашли, выпускаем в поддон, берем другого животного. Тут вот у нас указаны все группы индикаторные, вот паденок, паденки у нас есть, мы уже видели, а вот веснянок у нас быть не может, потому что вода у нас уже не такая чистая. Личинки стрекоз могут быть, жуки и личинки могут быть. Вперед! Личинки ручейников. В последний момент, наконец-то, мы увидели, да, там был с домиком, здесь был без домика. У вас какой был ручейник? С домиком. С домиком, да? Без... Личинки ручейников. Хорошо. Были паденки у вас? Да, правда. Веснянки. Был только один вид. Как правило, мы находим два вида. Вот такой. Вот такого вида не было. Отмечаем. Личинки ручейников. А вот теперь смотрим. По индексу смотрим. Биотическому индексу 7 соответствует качество воды сравнительно хорошо. Небольшое загрязнение. И вот оказалось, что по чистоте пруд так себе, не очень чистый. И купаться в нем тоже лучше не купаться. Но напоследок скажу, что мы каждый год ходим на этот пруд. И скоро мы станем настоящими охотниками за беспозвоночными.